Итак, всем привет, друзья, подписчики. Очень рад, что вы пишете комментарии, спрашиваете. Сегодня опять у нас небольшой денек, воскресенье предпродажек, предпродажных подготовок. Но про них я уже рассказывать не буду, потому что и так уже там в нескольких видео я уже об этом говорил, рассказывал, напоминал. Вот, загоняем на предпродажку очередную. Итак, а сегодня речь пойдет, там подписчики вопрос задавали по поводу защит картера на Tiggo 7 Pro, Tiggo 8, подойдет ли от какой-нибудь Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 защита на Tiggo 7 Pro. Так вот, скажу, что от Tiggo 8 на Tiggo 7 Pro защита картера не подойдет, она маленько другой конфигурации, то есть маленько по-другому она там садится и крепится. На Tiggo 7 Pro подходит защита от Tiggo 7, но есть один маленький нюанс, о котором я сейчас расскажу и обязательно вставлю картинки двух защит Tiggo 8, Tiggo 7. Почему от Tiggo 7 на Tiggo 7 Pro защита подойдет, и если все-таки собираетесь хотя бы поставить от Tiggo 7 на Tiggo 7 Pro, какие нюансы при установке могут возникнуть и почему лучше все-таки дождаться, когда появится защита на Tiggo 7 Pro. Так, сейчас на подъемничек заедем аккуратненько. Так, но все же, почему также Tiggo 7 не подойдет на Tiggo 7 Pro? Если все-таки ставить, то там нужно будет ставить между защитой и подрамником, то есть проставки. Они есть в комплекте у защит на Tiggo 7. И, в принципе, она встает туда в крепление под бампер и крепление на подрамник. В принципе, по местам все совпадает. По части защиты от Tiggo 8, она маленько другая по форме, то есть от Tiggo 8 защита получается она полностью прямоугольная, на Tiggo 7 все-таки есть небольшой такой скос, и поэтому она подходит на Tiggo 7 Pro. Еще такой момент, если вы не поставите проставки между защитой и подрамником, то у вас защита картера от Tiggo 7 будет задевать CVT, то есть коробку. Будет задевать коробку. Поэтому эти проставки обязательно ставить. Вот, смотри, это даже написано, подписано. Вот, смотри. 4 Tiggo 8. Так. Вот ты сейчас ставь вот эти. Да. Поставь. Поставил. Ну ты... Да не, не поставил. Чтоб она не упала. Вот, вот так. Вот стоят. Черт. Вот я задние два поставил. Смотри. Так. Не совпадает, да? Не совпадает. Ну почти совпадает. А если чуть-чуть маленько к тебе подвинуть? Ну опять же, блядь, здесь дырки-то, видишь, здесь нету. А вот этот вот, вот это расстояние останется, да? То есть будет туда, если назад будешь сдавать, загребешь. От каких тик вот сюда крепится? Я крепил их сюда, там вот такие вот эти накладки сюда ложные. Нет, Tiggo 8 вот это подойдет. А эта накладка вот эта средняя вот. Держит что-то. А там нет ничего. А здесь нету, здесь это другой подрамник. Это не Tiggo 7, это Tiggo 8. Это совсем другое. Да. Немножко по-другому. Вот это, так, да, вот это на Tiggo 8 подходит, а вот на Tiggo 7 Pro она не подходит. Получается, она на Tiggo 7 Pro бампер чуть сюда, крепление бампера нижнее сдвинуто, сюда, наверное. Да. Ближе к моторному отсеку сюда. Крепление бампера сдвинуто, поэтому эта защита оказывается не здесь, вот, в местах крепления, да? Не здесь, вот, а чуть-чуть сдвинуто, да, получается? А, то есть передняя часть бампера крепления сдвинута чуть-чуть ближе сюда к моторному отсеку, и, соответственно, она по длине, короче, не встает в местах крепления. А от Tiggo 7 она подходит, да? Tiggo 7.
Также, не-не-не, та, от Tiggo 7 на Tiggo 7 Pro подходит, только да. Опять же здесь есть расстояние, дырка здесь образовывается. Все понятно. Полноприводный? Ну, туда вот, вовнутрь должна туда заходить. А, она да? Под бампер должна да. Заходить, да? Да-да. То есть она... Так-то где-то если затолкать... Но все равно надо пластиковую защиту снимать, она маленькая здесь другая, чем на Tiggo 7 Pro. Ну, по факту, если, допустим, даже туда запихать... Давай я ослаблю. Да не, не надо. А, ну все, понял. Короче, они вот эти вот отверстия, вот эти вот... Подержи, Леша. Держи, держи. Вот эти вот отверстия, они совпадут. По факту и на Tiggo 7 Pro, если вот эти болты освободить, да, туда она как раз войдет, пластиковую можно снять. А, вот это единственное, да, вот эту вот среднюю некуда крепить. Потому что здесь вообще никакого крепежа нет. По факту только крепление вот здесь... И вот здесь, да? К да, подрамнику. Да, да. А здесь крепления нет. Ну, в общем, как-то так. В принципе, защита на Tiggo. Вот Tiggo 7 подойдет и на 8, на Tiggo 8, и на Tiggo 7 Pro. Но здесь, опять же, это здесь защита карты. Расстояние все равно останется. Расстояние останется. Ну, все, наверное, для информации как бы хватит, наверное. На Tiggo 7 Pro тоже она, получается, здесь в середине не закрепится. Ну вот, ждем тогда защиты от Tiggo 7 Pro и будем также сравнивать. Так, защита на Tiggo 7. Вот, она на Tiggo 7 Pro подойдет. Единственное, в комплекте идут такие вот проставочки. Нужно будет обязательно их поставить. Если вы их не поставите, будет задевать за коробку передач. То есть, независимо от того, CVT у вас стоит или механика. То есть, вот эти вот проставочки обязательно... Нужно будет ставить, то есть это у нас передняя часть, которая идет под бампер. То есть болты и крепление бампера нижние ослабляются, она зажимается. А эти вот идут на крепление сбоку, подрамнику. Но на Tiggo 7 Pro, возможно, вот эти вот средние крепления, они будет не к чему их прикрепить. То есть там нету промежутка, соединяющий подрамник и переднюю часть крепления бампера. Ну, то есть вот эти вот проставки обязательно будут нам нужны. То есть на Tiggo 7 немного конструктив другой подрамника, поэтому здесь вот эти вот места крепления, они крепятся. На Tiggo 7 Pro, на Tiggo 8 вот эти вот места крепления, их не закрепишь. Так что вот такой ответ на вопрос для подписчиков. На Tiggo 8, к Tiggo 8 соответственно она подходит, на Tiggo 7 Pro она не подходит. Так как нижнее крепление бампера и весь бампер, нижняя часть смещены ближе к направлению двигателя, соответственно, по длине задние крепежи, они не совпадают по отверстиям в подрамнике, поэтому защита от Tiggo 8 картера не подойдет на Tiggo 7 Pro. Так, и по факту, что мы... видим, в общем, воспользуясь моментом тем, что загнали на подъемник Tiggo 8, и до этого у нас Tiggo 7 приезжало, просто я не успел заснять Tiggo 7 Pro, но все нюансы сейчас рассказал в видео, что мы имеем. Значит, защита на Tiggo 7 Pro мы обязательно дождемся, потому что допы заказаны, ждем сейчас поставок, и также примерим, замерим на Tiggo 7 Pro и... В общем, сравним. Здесь мы сравнили, приложили, то есть загнали Tiggo 8, приложили защиту от Tiggo 8, да, она подходит. Потом приложили защиту от Tiggo 7 на Tiggo 8, она также подойдет. Вот. Моменты про защиту от Tiggo 8, подойдет ли на Tiggo 7 Pro, я рассказал в видео. Так, далее. И защита от Tiggo 7 подходит как на Tiggo 8, так и на Tiggo 7 Pro. Она подойдет. Там есть куда подвинуть. По факту места крепления в принципе подходят. Так, пускай мне ворота открывают. Так что вот такие нюансы. Все. Я желаю всем счастья. Пока. До новых встреч, ребят. Пишите комментарии, оставляйте свои вопросы. Буду стараться отвечать на них. Все, всем пока. Удачных выходных. А мы заезжаем на очередную предпродажку.